Итак, здравствуйте, дорогие друзья, всем хорошего дня, вечера, всем хорошей жизни и приятного просмотра. Ну что ж, мы продолжаем нашу карьеру. У нас остался здесь только один босс. Это первый босс. Как тут его? Ну, я, короче, японца будем делать, да. Да, место проведения гонки. Да, какой крутой ты чувак, блин, это, ну учти, блин, все равно тебя сделаю. Помнишь меня? Не думаю. Если бы помнил, не совался бы сюда. Да ладно. Все, чувак, до свидос. Кругов два, значит так. Цель такая сейчас у меня, это выиграть его на этой трассе, блин, и в каньоне по-быстрому его, блин, это. Ну вот так вы только посмотрите, тоже знает эти все мерки, блин. Ну тут типа у нас крутой чувак это и все такое. Эх, чувак, был бы у меня это турбонадув, который мне обещан, блин. Только ржать надо мной не надо. И ты, как говорится, меня клоуном выставил. Это нехорошо с твоей стороны, знаешь об этом? О, спасибо тебе за ускорение. Ты говоришь, шансов мне не дашь, блин, в этом, в каньоне. Так это я тебе не дам шанса, блин. Каньон — это моя тоже любимая гонка. Учти это. Кыш. Иди гуляй в другой стороне. Я что-то, как говорится, ребятки, блин, постараюсь сейчас эту гонку выиграть. И, попытаемся по-быстрому выиграть в каньоне. Да иди твою душу за ногу, блин, это. Так, мы здесь свернем. Отлично. И надо попытаться его не пустить, чтобы он нас обогнал. Сейчас мы азот поэкономим немножко, блин. Вот сволочь, ты смотри, чё. Блин, не понимаю, это тупой интеллект машин, блин. Не-не-не-не-не-не-не-не, куда ты вылезешь тут ко мне? Так, стопе, не таранить.
Да. Так, мы его сделали. Так. А теперь остается его только в каньоне победить. Для гонки по каньону необходима хорошая тачка и полная концентрация. Гонка с главарем решает все. Ну, с тачкой там у меня проблем нету. На первом заезде главарю дается небольшая фора. Дави на него как можно агрессивнее. Чем ближе к нему ты будешь держаться, тем лучше. Да это после я понимаю. После окончания заезда вы едете по той же дороге, только теперь ты едешь впереди и пытаешься оторваться от него. Если тебя обогнали или ты свалился с обрыва, ты проиграл. Запомни, лучший способ выиграть гонку по каньону – это не сдаваться до конца. Ну, это мы, так как говорится, знаем. Дай бог сейчас нам выиграть его сразу же. Естественно, ты где-то будешь тормозить, чувак, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну уж нет. Так, куда ты побег от меня? Так. Куда ты подрал? А ну стопэ. Так, отлично. Чё ты ржёшь там, улыбаешься, блин? Да, я знаю. Так, первый этап пройден, теперь остался второй этап. Что? Я тебя не пущу, чувак. Так что не надейся на это. Не надейся, чувак, я тебя не пущу, знаю об этом. Так, нет, давай, вперед. Так. Давай, поехали. От зараза, ты погляди. Да чтоб тебя, знаешь, это леший кое-куда. Давай. Немножко осталось, блин. И этот китаец то останется, блин, это уже позади. Даже не смей, чувак. Все. Сделали мы его.
Да, какая радость, Маздарик седьмая, да. Все, это теперь наш район. Так, жетонов 2. Блин. Так. Ну-ка, давай-ка вот это. Ну, пожалуйста, дай-ка. От, блин. А, ну-ка, этот. 5000, блин, хотел его машину взять, так не получилось. Ну ладно. Эй, я ищу напарника. Мы раньше гоняли с Кенджи. Без меня он был бы никем. Мне нужен быстрый и умный гонщик. Если хочешь работать со мной, ищи меня в Плаза. Да хорошо, я тебя потом поищу. А, ну ладно, поехали к ней. Так, давай. Сейчас мы доедем до этой девчонки, посмотрим, кто она такая. Так, ну и кто ты, девочка? О. Я кое-что знаю. Послушай меня. Я была там той ночью. Я стояла у пожарного выхода, оттуда все хорошо видно. И слышно тоже. Четвертое. Разрешаю 1046, объекты Браво, Чарли и Дельта. Полиция, объект Альфа на синетоете не трогать. Вверх. Повторяю, объект Альфа не трогать ни в коем Потом случае. Легавые начали таранить все машины. Кроме твоей. Тогда я не поняла, почему. Кто-то тебя подставил. Тебе нужна хорошая команда. Это хорошо. Так, новая напарница. Юми. Так, отлично. Что ты нам даешь? Это увеличивает запас закиси азота и дает 10% скидку на запчасти для тюнинга. Во! То, что нам надо. Да, нанимаем ее. Так, мы ее наняли. Да, активировать. Вот еще что. Если ты захватил район, то необходимо устроить большую гонку, на которую подтянутся все местные гонщики. Подробности в убежище. Не обмани ожидания рейсеров. Ну, попробуй не обмануть. Так, погоди-ка. Сначала надо мне, как говорится, перейти в убежище. И потом только, блин... Мне сначала надо тюнинг и старинг. Так, тюнинг. Двигатель установлен. Этот установлен. Турбонаддув сколько? 7200, да, стоит? Так, ну давайте-ка ее поставим. Так, 7200. Так, автоклип. Запчасти. Но у нас пока ничего недоступно. Так. Тут тоже. На этом мы... О! Давайте-ка вот эти поставим. Так, вот этот вот. Так, тут пока ничего недоступно. Так, ОЗ. Из ОЗ у нас тоже пока тут ничего недоступно. Так, стайлинг. Покраска кузова глянцевая пока у нас тут. Аппликации. Ой, не туда. Так, покраска дисков. Так, металлик один только. Тонировка. У нас пока тут ничего не доступно. Так, дорожный просвет у нас 100%.
Значит так, это хорошо. Так, корзина. Сколько у нас тут? На 8200, да? Не, нормально. Фух, так, хорошо. Выбор автомобиля. Значит так, что нам надо? Пока мы на этой тачке побудем. Сделаем одного босса на этой машине же. Так, карта. Что у нас на карте доступно? 12 тысяч уже. Выигрыш. Значит так, что нам надо? Давайте-ка будем делать все-таки девчонку. Это нам впервые нужно. Но это мы будем потом делать в следующей серии. Тут сколько дают за вот эту гонку? 500, а за эту 10 тысяч, да? Битва команд. Хозяин Инферно, да? Ну это ладно, мы потом сделаем. Значит, так. Ага. Сейчас мы сохранимся. Для начала. Да. Ну вот, ладно. Это была еще очередная серия. Надеюсь, вам понравилось. Это ставьте лайки. Всем хорошего дня. Всем хорошей жизни. Всем пока.